Працягваем выпуск. Профилактика и лечение сердечно-сосудистых захворваний станут больше оперативными и сучасными для жыхароў региона. Сегодня у Мазырской больницы открыли межрайонный кардиологический центр. Подею промерковали до Дня независимости Беларуси и 75-й годовины вызволения от фашистских захопников. Як будет працавать новый центр и какую допомогу тут будут оказывать, ведая Марина Джалая. Диагностирование кардиологических захворваний станет больше доступным не только мазыранам. В межрайонный центр на обследование и лечение смогут проезжать жыхары Ельского, Нараулянского, Лельшицкого, Петриковского, Житковицкого, Калинковицкого и Хоницкого районов. Это прикладно 300 тысяч человек. Центр будет працавать у круглосуточном режиме. Новая структура аналогичная той, что дзейнічае у Гомеле. У приватности специалисты смогут проводить коронографию для доследования сосудов и стентирования. Обсталевание позволяет выявлять любые проблемы с артериальным речищем сосудов, что даст возможность пациентам полепшить якость життя. На базе кардиоцентра будут проводить плановые и экстренные операции. Аппарат и новая GS540 производства Франции компании General Electric позволяет нам выявлять любые проблемы с артериальным руслом сосудов. Так, в первую очередь, планируем лечить инфаркты миокарда, то есть больных острым коронарным синдромом, что позволит людям улучшит их прогноз и качество жизни в дальнейшем. То есть, если раньше мы таких больных возили в Гомель, тратили время, то теперь мы можем у себя на базе нашей больницы оказывать помощь данным пациентам. То есть, не только Мозыря, а именно Полесского куста. На финансирование работ по подрыхтовке помещений из областного бюджета накировали 1 300 000 рублей. Кошт ангиографичного комплекса, которым оснастили рентген-операционную, 1,5 миллиона. Эти сроки выделил республиканский бюджет. Важное событие, считаю, для моих коллег, так как дополнительная возможность совершенствовать свои практические и теоретические навыки по внедрению высокотехнологичных современных методов диагностики и лечения кардиологической проблемы. У районе это первый кардиологический центр. У 2020 году аналогичный плануется створить у Жлобине. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.